задача минимум выполнена, да? Была задача закрепиться в высшей лиге. Справились, думаю. Не только мы, и помогли сопернике, да, за счет победы Махачкала-Сити. Так доволен, в общем, да, что не вылетели. В конце сезона команда два разгромных поражения потерпела. По-моему, не совсем в порядке состав, да? С каким настроением в следующий сезон смотрите? Какие задачи, может быть, будут? Может быть, что-то уже сейчас понятно? Ну, эти разгромные поражения были... Уже пытались, нам нужны были очки, да, вот с Олимпиком уже пытались более атакующий футбол играть, да, не свойственный для нас, да, мы от обороны весь сезон играли, и поэтому такие получились провалы. Ну, на следующий сезон будем готовиться, играть, тренироваться, не знаю, посмотрим, что получится. Сейчас начнется решающая игра сезона. Лично твои предпочтения, кому дашь, Эльбину или Капитан Вест? Ну, я думаю, Эльбин чемпионом станет, ну, так... Больше за Капитал болел, конечно, из их двоих пары. Хотелось бы, чтобы Капитал стал чемпионом. А так, думаю, Эльбин станет чемпионом и заслуженно, наверное. Какую оценку ставишь команде за сезон? Ну, раз обратно третьими, наверное, твердая четверка, если быть объективным. Потому что нужные матчи, принципиальные матчи, видимо, не хватило, ну, не то что мастерства, наверное, не хватило характера, если быть объективным. Где-то мягко сыграли, где-то не доиграли. Ну, и результат как бы с принципиальными командами. Ничья, поражение. Вот результат — третье место. Вы играли и против Эльбина, и против Капитал Инвеста. Какая из этих команд? Обеим, по-моему, Нет, с Эльбином ничью сыграли. Ну, такие вязкие матчи получились. Кто из них сильнее? Сильнее? Ну, наверное... Чуть сильнее Эльбин. Потому что сильнее в чем они? Не в мастерстве сильнее, просто команда немножко играет в скоростной футбол. Эльбин, он вяжет, они хорошо играют в пас. Не Эльбин, Капитал, вернее. Он вяжет, хорошо играет в пас. Эльбин, в свою очередь, как бы делает то же самое. Ну и вдобавок, у них есть игроки, которые могут убежать, дать рывок, за которыми, в принципе, тяжело добежать, убежать. В вашей команде, ну, на мой личный взгляд, немного не хватает каких-то компонентов игры в защите. На следующий сезон будете укреплять? Потому что атака, с атакой все в порядке, а вот в защите немного не хватает. Пропущенные мячи даже об этом говорят. Как будете? Будете ли вообще укреплять оборону? У нас есть в команде, в принципе, игроки такого класса, которые... обязаны, не то что обязаны, они умеют играть и в защите, и в нападении, и в полузащите. У нас очень хороший вратарь. У нас, в принципе, все позиции сильные. Болезнь нашей команды, элит, это в первую очередь, наверное, завышенная самооценка. Не то что недооценка, а завышенная самооценка. Потому что ребята выходят, тот же Руслан Гафаров, тот же Гаджиев Абдулпари. Это люди, которые поиграли в высших эшелонах футбола, поиграли там во вторых, в первых лигах. Вот, и поэтому, выходя здесь, недооценивают как бы класс футболистов, которые, допустим, не поиграли там, где они. И как бы не было такой команды, от которой мы не пропустили. И это, по-моему, единственная команда, которая нас догоняла за весь сезон. То есть мы первые забили, и как бы мы все время вели. А все наши матчи, посмотрите, с чего они начинали, с банальных ошибок сзади. Мы всегда пропускали первым и все время догоняли. Мы даже шутили, как бы, там, в раздевалках, на тренировках, здесь при выходе на игры. Мы все время отшучивались. Я говорю, может быть, начнем с 0-1 сразу или с 0-2. Вот, пускай сразу будет так, как бы, и будем сразу начинать играть. Ну, вот, к сожалению, каждый раз я смотрел воду, и каждый раз мы пропускали первыми, каждый раз мы догоняли. Я не знаю, будем ли усиливать мы, как бы, заднюю линию. Посмотрим, что у нас будет в следующем сезоне, потому что этот сезон мы тоже, у нас нету места в высшей лиге, мы играли на правах арендатора. Посмотрим, если все будет хорошо, если мы останемся как бы в нашем высшем эшелоне ЛФЛ, то будем, конечно, думать, брать более молодых, более амбициозных ребят, более голодных ребят, которые хотят играть, которые будут доказывать на поле. Посмотрим. Новый сезон покажет.